Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Представляю вашему вниманию электробритву Panasonic ESSL41. Чтобы получать уведомления о выходе новых роликов, предлагаю подписаться на канал и нажать колокольчик. Подборку ссылок на лучшие цены оставлю в описании. Буду рад вашим комментариям и лайкам. А теперь приступим. Стильная электробритва с системой из трех независимых дугообразных сеток создана для максимально комфортного и безупречного бритья. Модель отличается стильным дизайном, который объединяет в себе привлекательный внешний вид, плюс выбор из трех цветовых комбинаций и удобную форму, благодаря которой бритва не выскальзывает из рук. Внутренние лезвия электробритвы изготовлены из качественной стали, что обеспечивает эффективное удаление волос у самых корней и гладкую кожу одним движением. Благодаря энергоемкому аккумулятору устройство можно использовать вдали от источников питания. Мощный мотор работает со скоростью 7600 оборотов в минуту, тем самым обеспечивая удаление даже жесткой щетины. Уникальные подвижные головки электробритвы точно повторяют контур лица, делая кожу гладкой в зонах, доступ к которым затруднен. Устройство можно использовать даже в душе, а также промывать под водой благодаря влагонепроницаемости. На корпусе расположен светодиодный индикатор, оповещающий пользователя о необходимости зарядить батарею, которая обеспечивает автономную работу бритвы в течение 21 минуты. Бритвенный станок можно хранить в вертикальном или в горизонтальном положениях, разместив его на стойке зарядного устройства в зависимости от ваших предпочтений. Индикатор горит красным во время зарядки. Удобный держатель для переноски, хранения или использования в путешествиях, также защищает кнопку питания от случайного включения. Очистка сетки, корпуса, бритвенного станка и триммера выполняется с помощью длинной щетки. Приборы отлично подходят для ухода за усами или бакенбардами, просто выдвиньте его в нужный момент. Из отзывов я постараюсь выделить основные особенности этой модели, далее расскажу о них. Сначала отрицательные. Немобильное зарядное устройство. Аккумулятора хватает всего на неделю ежедневного бритья. Движок слабый, при заходе на щетину тянуть ему тяжеловато. Индикатор зарядки на доке не выключается и не меняет цвет. Клавиша включения фиксируется только при уверенном нажатии. Неудобный дизайн, головка не плавающая. Греется при долгом бритье. Теперь перейдем к положительным. Бреет почти так же хорошо, как многолезвийный станок. Удобный форм-фактор. Возможность влажного бритья. Легкость очистки. Удобная подставка. Заряд аккумулятора держит долго. Хорошие лезвия и сетка. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы оставаться на связи. Если хотите поделиться мнением, пишите его в комментарии и не забудьте поставить лайк. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».